Не для того воно білесеньке, гарнесеньке, щоб було сіресеньке, превращене в білесеньке, а для того, щоб отгородити всіх наших уліток. Зараз білесеньке буде от це все, все вокруг. Ні, то в мене написали, що воно не гарно смотриться. Ну, не дуже знаю, гарно воно буде смотритися, так. Да. Тисніть собі пальцем купили. В око. Да. Коротше, ми купили вже большой мішочок, теж за 7 євро, ну побольше. Скільки там? 25 кілограм? 23. От я скажу, в чому подвох? Що те 7, що пів кілограма? 7 євро. 7 євро. Упаковка, реклама. Ну, посмотрим, може воно трошки не таке. Ну, ми ще взяли зеленку, додаємо зараз ще зеленки, і буде воно у нас з голубоватим оттінком. Погодка шепче. Так, да, можна було їхати на море сьогодні. Ну, треба закінчити то, що почали. Нема, не валяються. Ну, зараз під палящим сонцем ми нічого поливати не будемо, але потім чуть-чуть. Бачив, заставила Луїді допомагати. Доволі. Та йому інтересно з нами. Хай роботи. Як це ви в неділю робите? Як це ми так оце? О, Слава вже заляпав ту дірочку. А воно забілиться, буде красиво. Ну що, равлики, павлики? Кінець вашій багатої житті прошу. Будете ви тепер у нас гарцювати тут. Ще грядки треба поділати. Юля вже там туди залізла. Красильщиком устроїлася. Чужий забор і красить. Ні, взагалі, то це наш забор. Тож, яка у нас компостна яма вийшла. Зеленкою пользуемся. Сейчас Юля будет, сейчас вся зелена. Мозоли до крови через перчатки. Зеленка, як синька работает, она голуба стала. Ну, известь, известь, да, Слава? Вона аж кипить прям. Ну, ну ось все теж на здерті мозолі попадає, то пече, пече так, да? Так, як, да, як ото двох тримає, а один пече. Ото пече. Ні, ну я не знаю, я предполагаю. Може, на мух трошки накапаємо, бо вони задрали. В общем, вирізала я гортензію практично до основання. Накрила її вирізаним етім, тому що Луїджіно оставляв її отакі, от, смотрите, отакі от закрутки. А я обрізала її аж до нижнього ствола, тому віточок виросте менше, і я думаю, вона із-за своєї густоти не буде тепер страдати. Луїджіно. Ага, все, вони там з мамою працюють. Не може він стояти, дивитись. Як ми працюємо. Ну, головне, що йому це інтересно теж, так що всі участвують. Сюди на компост зараз я насиплю пару жмінів кізвісті і засиплю землею. І це буде от уліток. Давай уліткам покушати. Слава з Юлією на перегонки. На перегонки працюєте чи як? Юля в крапинку, Слава в полосочку. Луїджіно пішов роздіватися, йому стало жарко. За вами наблюдати. Жарко наблюдати за вами. Так, ну, треба ж показати, як було, да? І як стало. Ну, воно ще до кінця, звісно, не висохло, воно ще мокре. Але вже підсихає. Зараз швидко покажу. Тут вже воно підсохло. Всі заборчики мамі попідбілював, попідкрасив. Тепер ці жуки нікуди не пролізуть. Ось так от у нас все. Ще Юля з тої сторони все забіла. Боже, ступеньки це ще.
там все забито. Да, кругом. Знаете, какие белюсенькие аж глаза есть. Каже, Луїджино, у мене таке в хаті не так чисто, як тут. А я хрен викопала. Викопала хрен, зараз буду хренячи, зараз буду плакати. Все, дві кучі у нас вийшло. І два мішочки тут. Там красоту навели, а тут яка красота стоїть. А, закусончик. Нам ще треба бурячок. О, нам ще ж треба, я ж должна хрен зробити, да, Слава? Зараз я займусь хреном. Коли? Сейчас? Да. Красным? Новым? Да. Да. Ну, порезал футбол. Красава. Молодец. Юля, да. Так ты что, на диете, да? Боже, новый футбол. Ты не будешь тирамису? Не. А я не откажусь. Боже, боже, как нам погано. Короче, а кофе ты будешь, да? Кофе буду, без цукра. Кусочек льда положить в чашку? Да. Ложечка есть только скромно. Так ото по ложечки собі взяли і все, у мене... Скромність – це наше все. Хочу подивитися, що всередині. Бо вчора ж я... Наверно, треба було нож давати, не? Де? Ну, одрізай зразу, що ти його... Що я його? Та не ділай його так. Та я собі відламую, що ви заспокойтесь. Раді Бога. Це не дуже багато? Ні, це ще й мало. Це ще й мало. Опс. А ну, покажи його в розріз. Хороший розріз. Хороший. Хороший розріз такий. Отличний. Ладно. Я думаю, що це буде не дуже вкусно, так що... Вообще не з'їм. Вообще, да, вообще. Ну, виглядить це от так. Апетитно. Апетитно. Так, ну що, мої уїхали. А я вот это решила сейчас заняться хлебом. Помыла его. Ах, как он хорошо. Сам себя очищал. Сейчас его чуть-чуть шкрябану. И посмотрим, насколько наш агрегат справится с хреном, да? Что я думаю сюда добавить? Один вареный бурячок. Чуть-чуть соли, чуть-чуть уксуса. Ну, если он суховатый, то чуть-чуть водички. Кипячоной, да, надо закипятить, наверное, чтобы она остыла. А тут есть достаточно. Так что плакать буду я. Всех накормила, напоила. Надо поубирать. Он уже стираю все их лапти. А еще ж надо чеснок сделать с оставшимся бурячком. Борщ сказал, и приедут доедать завтра. Тирамису, ребят, ну... Даже показывать не буду. Практически уничтожили. Так что там не на вечер лакомство осталось. Ребята, это не рецепт хрена. Это просто проверка термомикса на выносливость. Что вы знаете, что хрен это хрен. Он и в Африке хрен, да? Что порадовало? Что такие вот, знаете, как длинная морковочка... Что он довольно-таки ровненький. То есть его чистить было легко, а нарезать ножом его уже тяжело. Посмотрим, как наша чудо-машинка справится с этим чудом. Такое впечатление, что нарезаешь тронку диальберу, веточки деревьев. Ну что, хрен он такой. Пока чистила, не рыдала, не плакала. Видите, даже два вместе и врезать не можем. Надо было ножик побольше брать. Угу. Ну, как-то так. Тяжеловато. Те, которые еще потоньше, более-менее, но все равно. Тяжелый случай, я должна вам сказать. Говорит, кто мясорубку спалил, кто еще что-то спалил. Так что такое дело у нас твердое. Ну, главное, что он очень хорошо почистился. Видите, как он глубоко ушел в мою каменную землю. Даже не пошел вот этими вот... Те, которые были хвостики, я их опять прикопала, и будут они дальше расти. В общем, смотрите, сколько этого хрена покрыл ножи, да? Это я вылила сок из того бурячка и бросила один бурячок. Сейчас его на 4 части разрежу. В общем, я решила сразу бросить сюда щепотку соли. Вот так.
и добавить чуть-чуть уксуса. Слава говорит, что они добавляли ложку растительного масла, ну, наверное, в баночку. Ну, так, я думаю, уксуса хватит. Никакого сахара, бурячок сладкий, я считаю, что сюда не надо. Сейчас посмотрим, как наш термомикс, за сколько он его блендонет. И посмотрим, что у нас с этого получится. Вы ж поняли, я мелкими рывками, чтобы его сейчас чуть-чуть раздробить, опускаю чуть-чуть его вниз. Наверное, все-таки долью капелюшечку воды. Вот так. И теперь уже можно его добивать до конца. Вторые 30 секунд. Дышать уже этим невозможно. Стараюсь не вдыхать. Еще разок опускают. Это единственное, что кое-что остается на стенках. Это единственное неудобство. Термомикса стоять, додик, не крутись хоть ты. Бо я сейчас умру от счастья. Решила все-таки ложечку масла добавить сейчас. Я не вижу, что видите вы, потому что я смотрю одним глазом. Второй уже у меня просто плачет. Че плачет, че рыдает. Цвет получился. Острота получилась. Ну, надо ж на соль и на уксус попробовать, да? Кеко раджу. Без сала, без хлеба, без ничего. Ой, Господи, поможи. Вот так хренятина получилась. Мне бесконечно жалко. Ну, придется варить холодец. Оце хрен. Славуня, хрен со мной, а холодець за вами. А фракція яка, як масло. Нежненький. Ах. Ох, і пекучий зараза. Я ж от это стою і не дышу. Наслаждаюсь. Получилось. Баночка мне. Бутылочка Славе. Теперь в качестве того, чтобы не вымазывать машинку лишний раз. Ну, чтобы терку не, видите. Чеснок. Правильно. Бурачок. Сейчас еще буду у нас бурячок с майонезом, с остатками хрена. Это тоже будет очень вкусная намазочка. Так что делаем вжик. И все готово. Если включим. Полюбуйтесь. Сейчас сюда чуть-чуть сольки в тарелочку. Пару ложек майонеза. И намазочка готова. Оп! Стоять! Давайте я так покажу. Вот вам и чудо-машинка. Сейчас она еще сама себя помоет. Одной рукой вжик, другой рукой оп, вжик. Нажимаем кнопочку, только закрываем дырочку. Все. Все. Чистота и красота.